Всем здравствуйте, всем, кто смотрит мои видео, все, кто подписан на мой канал. Сегодня у меня две новости в одной. А это две бритвы комиссори с ручками и с подставками. Сразу же хочу, прежде чем показать, сделать обзор, рассказать, из чего что изготовлено. Древесина Амазакуе. Это раз. Из этого сделаны, из этой древесины, подставки. Это цельная древесина, ничего не клеено, ничего там не собрано. Просто монолит. Рукоятки, накладки. Точно из такого же, той же самой древесины. Дальше. По стали. Сталь У8 пакетно кованая. То есть плотная очень такая сталь. Прям конкретно плотная, я вам скажу. Но закалена местно. То есть она закалена, эти бритвы закалены по острию. У них, в принципе, ябушок слегка словил закалку тоже. Но острие словило больше. Это все дело закаливалось в такой печи. Ну, как вам объяснить? Там кольцо, индуктивная такая печь есть. Ну, и вот кольцо туда его так вот мотаешь, 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 мотаешь. Ой, какие я движения делаю неприличные. Но там все именно так и происходит, кстати. И все, нагревается до нужной температуры, замеряется это все прибором, сколько на нем температура, и остывание через воду, никаких масла там, ничего такого не было. В итоге, что получилось? Бритвы закалены, но закалены в среднем на 50 единиц. Почему говорю в среднем? Потому что после термообработки на острие замерить невозможно. Поэтому получается там разброс там вплоть до 3-4 единиц. То есть на острие больше, чем на бушке. Но это небольшой разброс, и поэтому все будет хорошо. Но дело в чем? Весь принцип в чем? В том, что теперь вот эти варианты сможет заточить каждый. Даже тот заточник, который всегда плачет, что там все у него крошится, камни там у него все сыпятся. И ничего не получается. Вот даже такой заточник сможет ее заточить, такую бритву. Вот и все. То есть они и не сырые, они и не закаленные прямо по полной программе, что прям бомба. Все, я все сказал. Теперь давайте смотреть, что у нас получилось. Вот такие вот варианты. Не до конца, чтобы острие вот здесь вот не выпрыгивало. Дальше берем бритовку, вынимаем. Сразу давайте покажу вам, как выглядит подставка. С таким вот пазом. Ну, с подставкой все понятно, да? Теперь бритовку. Ой, сейчас надо допротереть. Секундочку, прям секундочку. Вот, одно движение тряпушкой, и все готово. Вот так они выглядят. Спуски. О, не допротер, ну ладно. Спуски японского типа, не европейского. По заточке смотрите сами. Ну, все зеркально, все ровно, все тонко. Вот, если вы заметили, спуски японского типа. Буква К, и дальше было 21 год. Но 21 год подтерся слегка. Осталась только буква К. В ноль, как говорится. Так, от руки далеко еще? Крови не будет, походу, на видео. И вот так вот. Вот такая вот геометрия. Надеюсь, я сейчас в резкости показываю. Бывает такое, что показывать-то одно, а потом смотришь, а там все мимо. Вот такой вот клиночек. Как по мне, приятный. Вот, ручка из Мазакуе. Вот я сейчас подзалапал, конечно, руками. Сверхблеск, вот видите, вот здесь уже сплошное зеркало. То есть можете в нее смотреться и сразу же бриться. Конечно, так не получится, потому что все здесь будет в пене. Но, в принципе, как вариант, посмотрелись в зеркало. Ага, вот здесь не пробрил, понеслось. То есть рассмотрите размер. Если сравнивать с чистой японской бритвой комиссори, то она будет вот 2/3 всего лишь длины,
маленькая, легенькая, тощенькая. И не, если честно, извините, там любители японских бритв, комиссори, они меня просто бесят. Просто берешь какую-то жестянку в руки, криво заточенную на всякой драной, как будто там ее наточили, пьяный мужик мотал, и в итоге что-то получилось, и решили назвать это бритвой. Но это мое мнение, лично мое, сугубо мое мнение. А кто думает иначе, пожалуйста, думайте иначе. Я просто сказал то, что я об этом думаю, потому что я их много повидал, в руках много подержал. И даже повторять их я не хочу, потому что это, ну, реально фигня. По мне. Вот тут вот такая цепучая, такая вот эта насечечка, чтобы мало ли что. Кто-то может там бреется, у кого руки в мыле. Оп, хоп. Видите, хоп. И все, она вот здесь на месте. Я, конечно, не понимаю, как можно бриться, чтобы руки в мыле были. Может, там мыться еще надо для этого? Но никак не бриться. Ну, кто бреется, тот поймет. Подстава. И бритовка. Вот здесь-то протирать вроде бы не надо. Тоже буква К осталась. 21 год. Подтерся весь. Ну, так я старался их вылизать. И чтобы не потерять геометрию, что стер. Вот тут насечка. Знаменитая насечка русской бритвы. Смотрите по заточке. Он все-таки отпечатался еще там. Я их только что пропитал, эти подставки. Вот видите, полоска. Сейчас мы его уберем тряпочкой. А пока я вам покажу геометрию. Надеюсь, это будет все видно. Так, давайте протру. А то глаза режет. Ну вот, кажется, протер. Бритвы заточены. То есть бери, брейся. Вот в таком они сейчас состоянии. Пока заточку буду показывать. Она зеркальная. Потому что финишировалась на японском камне. Таком мелообразном. Как будто бы из мела. И 12 тысяч грит там обещанных. Как по мне, по-моему, еще меньше. Тоже так же вот в зеркало смотримся. Я ли на свете всех милее, да? Всех красивее и белее. И понеслась бриться, и понеслась. Просто в последнее время мне что-то хочется блеска. Чтобы все блестело кругом. И поэтому, наверное, вот это сподвигло меня на вот такие варианты. Вот по ручке. Очень удобно. В руках вертится, как я люблю. Дальше. Где еще удобство, сейчас я вам скажу. Ну, цепляется шикарно. Вот эта вот насечка. Здесь самая фишка в том, что бритва вот так вот крутилась. Самая главная фишка, это вот в этих вот, в этом полотне. Ой, резкости-то нету, я отверчу, кручу. Показать хочу. В чем прелесть? То, что многие-многие бритвы-комиссори можно... Удобно, вернее, не можно, а удобно править только на борде. Это жесткая деревяха, на ней кожа, и вы по ней вот так вот. Вот. А у этих бритв есть прелесть такая, что хоть на борде вы ее мотаете, хоть на ремне. Я, к примеру, вот, люблю на ремне махать комиссори. Она сделана так, чтобы, примерно, у меня вот ремень 65 мм шириной, и она на нем себя чувствует просто идеально. Просто как будто вы там таскаете обычную складную бритву по этому ремню. Вот так вот. Вот у него такое преимущество есть. То есть она ничем не будет цепляться, не наскакивать, не переваливать, никак не будет. То есть все будет четко. Затачивал. Для тех, кто будет брать. Без изоленты. То есть если кто-то, может, кто-то видит, то здесь вот есть такие микрокромочки верхние. Вот, обе бритвы заточены без изоленты. Так что если править, там точить, без изоленты все это делается. Вот такие вот, как по мне, прекрасные, шикарные варианты. Ну вот, в принципе, и все. Долго тут задерживаться. Сейчас я мимо посмотрю, мимо монитора, а то я могу не попасть. У меня монитор как бы как через воду. Угол происходит какой-то. Вот такие две красотки. Сегодня отправляются на сайт
бритваопасная.рф, ну или просто русская бритва, и будут красоваться сегодня там. Ну, вроде бы я все сказал. Если что-то я забыл, спрашивайте. Я все отвечу в комментариях. Нет проблем. Любой вопрос адекватный, естественно, не останется без ответа. До новых встреч. До новых вот таких вот интересных изделий. До новых обзоров. Спасибо за внимание. Добра всем. До новых встреч.